человеке, равнодушный, владыка мой, знание, воля, любовь, наслаждал мне славного тебя, пусть со мною. Услышит Бога, смирись, я ты пред тебе, нет бой, не висит на стрелы, у вас есть на горсту на печатка, и кто тебя приписает не за век, но ты поймешь, ты не тебя подкрыли, его надежда, оружием обыдешься, истинно, и под его поедешься, страшись. Я бы ты, Господи, упование возвышнего положила себе прибежище твое, не придет тебе злой раны, не приближится тебе сил твоему, я ангел твоим заповедью тебе, сохраните тело всех путей твоих, на руках Господа да никогда приснешь о камень ногу твою. Слава Господи, Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И мне вселился, и душе, что еще собрала, здесь есть учение твои, а были истицы. Господи, на небо, трудолюбие наше, ты и жал тебе, Боже, если молю Богородица Дева. Но Богу может моление матери, хоть благостерье, владыки, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Победил бы всем начало и власти тьмы. Сам владыка человека любви, прими нас грешных, благодарственных тем, кривные молитвы. Избави нас от всякого всегубительного, мрачного прегрешения. Всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Предгласи страху твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса. И не помышления лукавствия, но любовью твоей уязви души наши, да к тебе всегда взирай. Здравствуйте. Все.
Сейчас устану. Ты фиг его знает. Духу. Господи, помилуй нас, хотя Богу вас не вредимость.
Благословение и Богородицу, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, а да избавимся от Твоего ответного, если спасение. Субтитры сделал DimaTorzok.
и на лице не успевай царствуй, истины ради и кротости и правды, и наставится дива десница твоя, всегда мы и присну, и во веки веков. Чисто созиждет тебе Бога, и душа у тебе и даст и долго туда не всегда на непристанный во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Тако, да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрые дела твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Он Господь, как и сотворите, Господи, и высокопреосвященнейший владыку благослови. Благослови,
высокопреосвященнейший Владыко. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки. Святых Божиих Церквей и соединений всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Великом Господине и Отце нашим святейшим патриархе Кирилле и у Господине нашим высокопреосвященнейшем митрополите Германе и у Господине преосвященнейшем епископе Елисее, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и людях, Господу помолимся. Господи, храними и стране нашей Российской, и спасение ее, о народе властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Земных и времени мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недолгающих, страждущих, пленных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Твоя горная гордость твоя, щедрый милость и Господь.
и миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Искупи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, это прежде всего Царь.
радуйся, Отче, Марти, безмовія пустина до людей. Учися на умоленіє, присадіслуючи прісна Бога Рожі, зайшкуші, ця. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святий си, Боже наш, і тебе славу воздаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прийде. Господи, спаси, благочесті. Yes,
седьмые. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Что воздам Господеве о всех, я же воздадеми. Апостола Павла чтение. Помним. Братья, плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть закона, а иже Христов Иисус, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславнее, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братья, аще впадет человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте таковаго духом кротости, блюды себе, да не и ты искушен будешь. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. И духа и твоему. Аллилуйя, глаз шестый. Его восхочет зело. Сильно на земле будет семя Его. Высокопреосвященнейший Владыко, Благовестителя святого апостола и евангелиста Луки. Бог, молитвами святаго славного и всехвального апостола и евангелиста Луки, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Евангелию чтение.
во время оно, ста Иисус на месте равне, и народ ученик Его, и множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и Поморья Тирского и Сидонского, и же придоша послушать Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся. И той возвед очи свои на ученики своя глаголаше: блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блаженни алчущие ныне, яко насытитесь. Блаженни плачущие ныне, яко усмеетесь. Блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, все вам сдало. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
священному насечу всему Христе, братстве наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Памятных святейших патриарших православных и о создателях святого храма сего, для всех прежде почивших отцев и братьев здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещение, прощение, оставление грехов рабов Божиих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, я ежемиритесь отечеству нашему, и о православных воинах, во бронях случаях, поеже воздравие им, возвратитесь в домы своя, и спасенными быть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем отечестве в храме сих, рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиво человека любит Бог еси, и Тебе славу славим. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помолитесь о оглашении Господи. Господи, помилуй душе Твоей. Да Господь помилует их. Господи, помилуй душе Твоей. Господи, помилуй душе Твоей. Апостольской церкви, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и сохрани их, Боже, Твоею благодатью, Господи, помилуй, Боже наше, Господи, и преклоните. Слышите, Господи, найди и сами славя причастное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, оглашение изыдите, да никто доглашенных и лицемерней паки, паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Я подобает тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пресно и на веки веков. Аминь. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышьте в мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вон, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды,
Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поменет Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, да поменет Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, священство, священнический, монашеский чин, всех, весь причет церковный, благодетели и ктиторов наших, да поменет Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поменит Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков. Блаженопочившие мученики и исповедники, за веру православную Отечество Российское от безбожных властей убиенное, да поменит Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный, настоятель, братья, приходом святого храма сего, строители, благотворители святого храма сего, вас и всех православных христиан да поменит Господь Бог во царствии своем, всегда ныне присно и во веки наших и мира, мира, Господа, просим.
Господа нашего в мире, пока я не скончать, и у Господа просим. Христианских отчины живота нашего бесповестни, за непостыдный, мирный и доброго ответа, на страшном судище Христове просим. Святую и чистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.
Всех и за все.
первый помяни Господи великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и Кирилла Руси, и господина преосвященнейшего Елисея, епископа Бурюкинского и Новоаннинского, и всякое епископство православных, и житарую святых твоих церковь в мире, целый, честный, здравый, долгоденствующая, право правящая, слово твое я, истины. Помяни, Господи, и господина нашего высокопреосвященнейшего Германа митрополита Волгоградского и Камышинского, и Боже, даруй святых твою церковь в мире цело, честно, здраво, долгоденствующая, право правящая, слово твое я, истинное. И дашь нам единение устыдением сердце, славить ее святое пречестное великолепо имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и Христа и воли Его. Будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Все святые помянувши, паки и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. И сердных и освященных чистый горев, Господу помолимся. Господи, помилуй. Правда, человека любит Бог наш, приемный его святый, пренебесный, и мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознесь освят нам божественную благодать, и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Если он совершенно свято, мирно и безгрешно, Господа просит. Подай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ, и телес наших у Господа просит. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим, мир и мир вел Господа просим. Помилуй, Господи. Ночи время живота нашего, в мире и покаяние скончать его Господа просим. Помилуй, Господи. Христианки и кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Помилуй, Господи. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Неосужденно смейте призывать тебе небесного Бога, Отца и Глаголоти. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас за искушение,
Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Сына и Святаго Духа. Дорогие возлюбленные братья и сестры, мы сегодня с вами являемся участниками торжества Церкви. Сегодня у нас праздник, престольный праздник преподобного и богоносного отца нашего Мартия Зеленецкого. Я думаю, что многие из наших прихожан открывали житие этого подвижника, читали, а кто-то не знает об этом. Но хотелось бы в этот день радостный, конечно, недословно пересказывать вам его подвижническую жизнь спасительную, но обратить внимание на те добродетели его христианские, которые послужат нам для спасения, для вразумления, укоренения в благодатной жизни Церкви. Мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, слушали Евангелие, в котором говорилось, что Господь наш Иисус Христос преподал приветствие своим ученикам, последователям, слушателям своим, и он назвал их блаженными. Но блаженны кто? Те, кто нищ духом, кто исполнен смирения, смиренно-мудрия, послушания, кротости, любви, чистоты сердца, кого слезы наполняют его душу и тело, умиленного взора внутреннего престола Владыки. Ну и, конечно же, куда деться от гонения, от креста нашего личного, так как и мы должны тоже взять его и последовать за нашим Владыкой и Спасителем. И вот эти слова услышал некогда Мина, так звали преподобного мартиря в детстве, и они упали на благодатную почву его души. И с детства он так возлюбил Господа, что и не мыслил жизни без него. Ну, куда без искушений. Рано умерли его родители, до 10 лет от роду. И вот
так бы погиб бы человек в тяжелое время конца 16 века, но его на воспитание принял его духовник, священник церкви города Великие Луки. И он его воспитал, вырастил, как своего родного сына. И когда священник этот последовал за Христом в монастырь Свято-Троицкий Великолукский, то, конечно же, за ним последовал его возлюбленный сын. И там 7 лет он пребывал с ним. Потом он возжелал подвигов иноческого монашеского жития более совершенных. Он идет в город Смоленск, к Смоленской Божьей Матери, к преподобному Аврааму Смоленскому, спрашивают их благословение, и уходят в пустынь за 90 верст от Святых Лук, от Великих Лук. Там тяжелейшее искушение, как он говорит, переносит устрахование от дьявола. И вот его вызывает его духовник Боголеп, так его называют теперь в монашестве, говорит, что не время еще для длительных подвигов, возвратись в обитель. Но душа, Царство Небесное зовет его на подвиги. И вот он обращается в молитвы сердечной к Тихвинской Божьей Матери, едет в ее монастырь Тихвинский, и там уже получает благословение своего духовника и находит место, которое называется Зеленый, остров Зеленый. Почему он Зеленецкий? Зеленый остров просто, красивейшее место. Там он основывает, поселяется, строит сначала часовню, живет, спасается. Вокруг него собираются братья. И постепенно так вот становится эта обитель, Свято-Троицкая. И он становится им самым настоящим отцом, самым настоящей матерью. Архиерей его епархиальный возводит в сан священника сначала, потом игумена. И чудеса от его праведной жизни, прозорливости и исцелений расходятся далеко за пределы этой земли. Много добрых людей приходит, приносят ему деньги, он выстраивает великолепный монастырь и храмы, посвященные Святой Троице и Пресвятой Владычице нашей Богородице. Дорогие братья и сестры, вот из этого краткого описания его жизни мы видим, что именно Святая Троица его постоянно сопутствует. И это значит, насколько укоренен в то время был наш русский народ в богословии православном нашем, христианском, что он возводил ум свой ко Святой Троице. И вторая матушка его, заступница, это Царица Небесная. Особенно он почитал Смоленскую и Тихвинскую ее иконы. И когда настало время его блаженной кончины, он ископал себе могилу, сам сделал гроб, поставил, оплакал себе, отпел, можно сказать, собрал свою братью, благословил и преподал им спасительное наставление евангельское, желанием жить в вере христианской, в послушании и благочестии. И сегодня мы имеем большое счастье в нашем приходе наблюдать полноту церкви в лице нашего дорогого митрополита Германа Волгоградского и Камышинского и нашего бывшего настоятеля, ныне епископа Урюпинского и Новоаннинского, и собора отцов. И вы, наверное, ощущаете, чувствуете, что полнота церкви и вся благодать Божия с нами пребывает. За молитвы наших владык и предстательством преподобного богоносного отца нашего Мартирия Зеленецкого. Ангела вам хранителя. Спасибо, Господи. Спасибо. Молитву ко Святому Причащению.
Верую, Господи, исповедую. Верую, Господи, исповедую. Яко Ты еси воистину Христос. Яко Ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришеды мир грешное спасти. Пришеды мир грешное спасти. От них же первый есть ас. От них же первый есть ас. Ищи верую. Ищи верую. Яко сей самое пречистое тело Твое. Яко сей самое пречистое тело Твое. И сей самая честная кровь Твоя. И сей самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй мя. Молюсь об Тебе, помилуй мя. Прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом. Я же словом, я же делом. Я же ведением и неведением. Я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно. Исподоби мя неосужденно. Причаститесь причистых Твоих тайн. Причаститесь причистых Твоих тайн. В оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. В оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. В вечере Твои тайные дни. В вечере Твои тайные дни. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Не по врагом Твоим тайну повен. Не по врагом Твоим тайну повен. Милобзанете дам, як Иуда. Милобзанете дам, як Иуда. Як разбойник исповедую Тя. Но як разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не всуто ли во осуждение. Да не всуто ли во осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых Твоих тайн, Господи. Святых Твоих тайн, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Беззаконие ваши, грехи ваши очистит. Аллилуйя! Небесного, по притоку веру истинную,
поклоняемся, там у нас во Творящих страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господу. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День несовершенства, в мир небесгрешен и спросивши, сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Господи, освящай на Тя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие Дому Твоего, и тех воспрослави Божественную Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему дару и Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствуешь есть, ходя я в Тебе, Отца Светого, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, града Златоустого, святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера Кронштадтского и всероссии чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Мартирия Зеленецкого, святого великомученика Мины, святого мученика Виктора и святой мученицы Стефаниды, святого мученика Викентия, преподобного Феодора Студита Исповедника, блаженного Максима Христа ради и родика Московского чудотворца, святого священномученика Евгения Пресвитера, святого мученика Стефана Дечанского, святого их же и память ныне совершаем, святого священномученика Николая и же верхним гнутове, благоверного великого князя Александра Невского,
Все-таки праведных Богу, Отец, и Аким, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас всех благ, и человека любит. Великому Господину Отца нашего и Небо, Святейшего Варианта Московского и Сеньора Руси, и Господину нашего Высокосвятейшего Германа, и Митрополиту Угодарского и Камышинского, и Господину нашего Преосвященнейшего Елисея, епископу Рюбинского и Новоаннинского, настоятеля братья и прихожих святого храма сего, Богу хранимую страну нашу российскую вся православные христиане. Господи, сохрани и храм Нет, это святой Петербургский епископ.
Владыка закончил Петербургскую духовную академию, я его закончил. Вот нам Петербургские святые тоже близки. Всех этих. Вот. Ну, они и вам близки будут, если будете их упоминать и просить их об участии в своей жизни. Потому что так или иначе у каждого человека есть какие-то определенные участники в его жизни. Это и кровные, родные, и друзья, просто люди, единомышленники, близкие по сердцу, по духу. Вот. И даже чтобы всех нас объединяла любовь к Господу, во-первых, и к Его Пречистой Матери, Деве Марии Богородице. И дай Бог, чтобы каждый из нас думал о жизни вечной. На земле все кончается, но у христианина есть уникальная возможность, кончив все на земле, начать жить в Царстве Небесном. И это не от нас, это Божий дар. Даже не от наших дел, чтобы мы не хвалились. Это единственная зависимость от любви к нам Господа и от Его святой милости. Мы вот и будем просить о Его милости, будем просить, чтобы Он благословил нашу жизнь так устроиться, чтобы она стала путем, дорогой, ведущим в Царство Небесное. На земле все кончается, а Царство Небесное вечное. Вот я и вам ушибся, желаю себе желаю, всем вам желаю жизни вечной, Царство Небесное. Но не сразу, в свою жизнь. Не спала, скольчь, вот. Еще дай. Да, еще одна.